Ну что ж, победу, досрочную победу, техническую победу одержал Алексей Широков, город Новосибирск, на ковре «Б». На ковер «Б» в весовой категории до 72 килограммов приглашаются Павел Колесников, Челябинская область, сразится он с Антоном Куроловым, Республика Беларусь. Приготовится на ковер «Б» в этой же весовой категории Виктор Сидоров, Новосибирская область. Бороться он будет с Владиславом Щаповым, Иркутская область. На ковер «А» после этой пары готовится Самат Улу Аманат, Кыргызская республика, мастер спорта Муслим Имандаев, Тверская область, параллельный зачет Свердловская область, также мастер спорта. Итак, дорогие друзья, продолжаются схватки на ковре «Б», весовая категория по-прежнему 72 килограмма на ковре. Борцы уже на ковре. Павел Колесников, город Челябинск, кандидат в мастера спорта. Антон Коробов, Республика Беларусь, мастер спорта. На ковре ведет пока со счетом 5-0 Даян Каленов, Казахстан, известный борец, победитель турнира памяти Булата Турбуханова в Казахстане, чемпион Казахстана был. Thank you.
Итак, на ковре Б досрочно заканчивается схватка между Колесниковым Павлом, Челябинской области, командиром мастера спорта Антоном Коробовым, Республика Беларусь. Победу одержал Антон Коробов, Республика Беларусь, чисто техническая победа. На ковер Б приглашаются Виктор Сидоров, город представляющий Новосибирскую область, и Владислав Щапов, представляющий Иркутскую область. Оба борца являются кандидатами в мастера спорта. После этой схватки на ковер могут уже готовиться Артем Манасов, представляющий Московскую и Тверскую области. Сразится он с Владиславом Павловым, представляющим Республика Саха-Якутия. Ковер Б. Четвертая схватка на сегодня. Виктор Сидоров, город Новосибирск. Владислав Щапов, представляющий Иркутскую область. Оба борца, напоминаю, являются кандидатами мастера спорта. На ковре А победу одержал Даниил Калинов, Казахстан. На ковре А вызывается сама